Проблемы с мусором пытаются решить жители Слободы Талицы. Правда, пока у них это не получается. Мусорный контейнер, который находится в частном секторе, вывозят редко, поэтому отходы там постоянно копятся. Сейчас уже появилась огромная куча, которая растет с каждым днем. Как от нее избавиться? Ответ на этот вопрос искала Екатерина Зубарева. Эта мусорная площадка в частном секторе в Слободе Талицы давно превратилась в несанкционированную свалку. Отходы сюда привозят не только жители ближайших домов, но и те, кто проезжает попутно. С Лубней, с Нагореной, оттуда вот это всюду везут. Машинка подходит, мы живем вот рядом, машина подошла, тупо выбросили, развернулись и уехали. А ведь эта свалка не только не добавляет красоты улице Порошинской, но и портит окружающую среду, сетуют местные жители. Но самое страшное – это инфекции, которые распространяют животные, а они здесь частые гости. В первую очередь вот прозвучал вопрос бешенства. Бешенство наступает в Макарьевом, в частности, тут. Лису опять уже бешеную поймали. У нас же кругом леса, они же бегут на отходы пищевые. Единственный выход, который предложили в компании спецавтохозяйства, которая отвечает за вывоз мусора в этом районе, самостоятельно заключить людям индивидуальные договоры на вывоз мусора. Тогда у каждого дома будет свой контейнер. Но такой вариант устраивает не всех. Заключайте договор индивидуально, к вашему дому поставим это, бак. За 2500 должны вы выкупить индивидуальный контейнер. Договор на это, контейнер возле своего дома. Да. Это значит, к моему дому... Это попутчики, вот такой же мне устроят эту выкидку. А те, кто согласен на индивидуальный договор, боятся, что в этом месте свалка все равно останется. Однако сотрудники САХ заверили, если баки появятся у каждого дома, контейнер на этой площадке будет демонтирован. А если люди продолжат выбрасывать сюда мусор, то к делу уже подключатся сотрудники Первомайского территориального управления. У теруправления Первомайского района есть муниципальный контракт. Вот за февраль месяц он был с нами заключен, да, на несанкционированной свалке. Сейчас выложена аукционная документация на следующий этап, на следующий период. Его тоже кто-то выиграет, этот контракт. Соответственно, администрация по таким свалкам, она населению помогает. Для того, чтобы ее не стало... Нужно, чтобы вот люди перезаключили договор на индивидуальный евроконтейнер. В компании САХ четко дали понять, сами ходить по домам и предлагать свои услуги они не будут. Поэтому, если люди хотят, чтобы на их улицах было чисто, нужно прийти по адресу Слобода Большой Скопина 1 и заключить договор. Также можно сделать заявку по электронной почте. Екатерина Зубарева, Антон Мамаев, Бюро новостей Давича.